Все, привет. Продолжаем наш проект «Дневник фаната». И мы будем вас освещать с поездки из Марбелья, куда мы отправляемся на сборах к московскому «Спартаку». Узнаете о том, как проводятся тренировочные процессы, о том, чем живет команда на сборах. Ну и вообще постараемся показать много разных веселых приколюх и интересных тем. Продолжаем наше путешествие. Решили сегодня посетить Гибралтар. Вот, короче, полис у нас крепит. Крепит полис, короче. Все, паспорта. Sir, could you do me a favor and not record us, please? Окей. Вот. Еще, кстати, у нас произошла такая ситуация, мы будем ее обсуждать, скорее всего, мы будем голосование устраивать по ситуации с хамоном. Мы сделаем отдельную голосовалку. Сделаем пост, парни. Вы сможете в комментариях оставить свои мысли по поводу того, правильно ли поступил Андрей, когда не угостил нас украденным хамоном. Вот так тут красиво, это территория, не знаю, я, конечно, мог как туристический гид. Парни, ладно, давайте уже честно откроем вам всю правду. Мы никакой не Испании, естественно, мы находимся в Крыму. И это был не хамон, а это был просто бекон. Бекон. Заплатили 20 евро, не понимаем за что. Просто посмотреть на обезьянок. Мы думали, здесь будет что-нибудь интересное, может, хоть покормят. А в итоге обезьяны только сами у нас выпрашивают еду. Хеллоу! Hello, обезьянос. How are you? You know, Дневник фаната? You know, подписывайтесь. I give you ссылка and... Стоп. Смотрите. Битва просто. Ну-ка, давай, ответим. Давай. Number 6, Anders Strømsen. Number 7, Oleg Jürgen Holbersen. Number 10, Jonas Lindberg. Готовили такую небольшую импровизированную растяжечку. Флаг Сербии, флаг Спартака. Амир вот привез. Давай. Воу, красава. Я, короче, подмазался к нашему коллеге, можно так сказать, официальному. Мы не официальные. Снова мы оторваны от дома. Это голос фанатов. Да. Ждет фанатов всех на стадион. Давай вот так немного. Спартак наш! Живете здесь, да, на отдыхе? На отдыхе. На отдыхе. Коротайте зиму. В теплой Испании. На все 3 месяца как приехали? До апреля. До середины. До апреля. Ну, нормально. Тоже хорошо. Тоже за «Спартак» болеешь? Пока он болеет за то, чтобы там пописить, покакать. Вовремя покушать. А «Спартак» пока для него это ничего. Ну, ничего, пройдет пару лет, я думаю, уже начнет понимать, что такое «Спартак». Да, наверное. Вот. Ну-ка, 5, как мы даем? Вот давай, так, вот красавец. Вот так путем несколько ловких движений и наглости мы попадаем на сторону команды «Спартак». Здесь хотя бы интереснее. Здесь можно. Вот, кстати, здесь. Ребята, чай, кофе пьют. Путем ловких движений. Так идите, скромненько. Не, мы ведем себя скромненько. Мы, по сути, без аккредитации, без всего, просто прорвали к тому месту, где сидит команда. Но нас попросили вести себя прилично, чтобы нас никто отсюда не выгнал, и мы максимальное количество времени могли здесь провести. Здорово, парни! Сальва все здесь. Пока перерыв, встретили ребят, которые, как оказалось, живут в Марбелье и болеют за «Спартак Москва». В прошлом году, кстати, были здесь на матчах? Да.
Когда мы тоже были на матче. Сан-Педро ездили с этими, с корейцами, когда играли. Да, 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 да. Ну а как вообще смотрите, да, все матчи Спартака? Да, я вот гоняю и на ЦСКА ходил вот в октябре. С телевидением вообще нет проблем, да, здесь нет, с российским? Нет, нигде нет. Но только с матча ТВ там показывают, что наш регион не поддерживает эту трансляцию. Ну в интернете же можно найти? Да, не в интернете, конечно, можно. Спасибо. Поддерживайте, поддерживайте. Смотрите, самое главное, дневник фаната, будем дальше радовать вас. Очень благодарен за вашу... Так сказать, ну, стараемся. Очень действительно хороший движение, но лучше в России, это действительно. Но у нас альтернативы нету, слава богу. А может, счастье, может. Хотя, с другой стороны, если бы была бы альтернатива, возможно, мы бы еще интенсивнее развивались. За «Спартак» болеете? Конечно, мой любимый клуб. Да? Да. Как вообще, живете здесь или что? Я здесь живу и хожу в школу, да. Понял, понял, понял. А вы как, парни? А я здесь футболом в филиале. Родился и жил. У вас YouTube-канал? У нас, да, дневник фаната. Можете прям забить дневник фаната. Покажешь? Мы делаем выпуски. Покажешь? Давай, конечно. Вот так вот, чтобы прям в онлайне показываем. Чувствую, сегодня мы выиграем. Опачки, фаната, дневник. Раз, и наш, блин, опа, наш каналчик. И все, вот, пожалуйста. Вот, кстати, да, ну пока мало, но будем расти. Да-да-да, вот, парни, все, видишь. Вот так вот, прям, можно сказать... В прямом эфире расширяем нашу аудиторию. You are from Norway? Yes. Yes. You are living here or a tourist? Tourist. Tourist. Both. Tourist. Both. Long term. Long term tourist. Okay, okay. Так, Артём Ребров. Можешь сказать глазами Артёма Реброва только сзади него. Ну что, матч закончился, выиграли 1-0, можно сказать, с горем пополам. Надеемся, что таких мучительных побед будет поменьше. Молодец, good, good game, good game. Я смотрел сегодня, как ты руководишь командой, вот болельщики. Подмяло будет в эфире, да? Да, все ровно, обязательно. Мата не было? Был обязательно, будет только мат, все остальное вырежем. Друзья, мы в последний наш день решили приехать в город Севилья, посетить его, посмотреть, чем живет, потому что Севилья – это одна из самых атмосферных частей Испании. Прогуливаемся по Севилье, встретили двух пиратов, похоже на эти. Следствие ведут колобки. Я авторитетный, блядь. Реально колобки прям. Оля! Белый снег, серый лед. На растрескавшейся земле одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет под цветом звезды. Искали стадион Севильи, нашли стадион Бетиса, хотя, возможно, они тут вместе играют. ХЗ. Но что-то все закрыто, даже попасть на территорию невозможно. То есть можно, конечно, перелезть, но лучше этого не делать. Друзья, ну, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Наше путешествие на сборы команды «Спартак» в Испанию. Ну что, я думаю, получилось отлично. Надеемся, что вам понравилось. Будем, как и всегда, радовать вас новыми интересными материалами.